Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня 30 марта, уже вот начало апреля, и прошла неделя после того, как вы высадили мы наши перцы. И что хочется сказать вот на данный момент, как мы кормили, как мы поливали. Я вам хочу сказать, что перцы – это электропроводность у них, ну, как буквально вот должен быть, как огурцы, даже еще ниже. 1,2, 1,4, вот электропроводность, они любят низкую, то есть более чистая вода, слабые растворы должны быть. Только при слабых растворах корневая система хорошо развивается и хорошо питается корневая система. Поэтому первую неделю практически мы поливаем чистой водой, и то по мере необходимости, но обязательно мы проливаем, вот если как у нас после огурцов, у нас никакой фузары, ничего не замечено было, корневая система огурцов при ликвиде у нас нормальная, у нас вообще мало болеет, поэтому мы где-то в районе из расчета где-то на гектар 30 литров даем фитоспорин. Как профилактически просто это даем его фитоспорин. Но у кого, если замечено, болели это растение, есть фузариум, такие это, тогда норма удваивается, буквально удваивается. То есть хотя бы пролить надо уже не 30 литров, а 60 литров на гектар. Ну и плюс один раз, конечно, корнерост даем, это абсинский. И обязательно этот, кстати, по фитоспорину можно, вот если в бочке переводить на тонну около 3 литра, то бочками поливает где-то на тонну около 3 литра, а если у вас болеет, еще больше удваивается. А абсинский где-то 0,5 на тонну, 0,5 литров, если на бочку перевести, то есть получается, как корнерост, он много не дается там, из расчета, что где-то 5 литров получается на гектар идет, и его обязательно даем как стимулятор. И больше вот за неделю практически мы первую неделю не кормим, вот простой водой вот отдаем, смотрим состояние, если земля сырая, растения нормально растут, поэтому и поливы немного даем, потому что они еще маленькие, они еще не все берут. А вот уже вторую неделю, вот сейчас уже, мы начнем постепенно давать подкормки. И подкормки мы для перцев уже начинаем давать из электропроводности, где-то 1,2 даем электропроводность, потому что они очень чувствительны к высоким электропроводностям, засоленным почвам, поэтому перцы любят незасоленные почвы, и тогда они хорошо растут. Ну, чем кормить, конечно, это в первую очередь, первую неделю только вот кальций, там из расчета 800 грамм на тонну воды, магния там где-то, ну, из расчета 300-400 грамм, и да, плюс микроэлементы, железо отдельно, это обязательно микроэлементы и железо туда добавляется. Но электропроводность желательно около 1,2, не выше, поднимать нельзя. И буквально может один день этим полить, а второй день полить можно или второй, или через второй на третий день. То есть полива много не делается. То же самое, около 800 килограмма, 20-20-20 можно сделать, плюс микроэлементы. То есть первая неделя подкормки идут такие, очень с низким электропроводностью. Большие дозы удобрений категорически нельзя давать. И азотные удобрения, и такие перебарщивают, как некоторые любят, там сразу начинают, думают, будет расти. Нет, такого не будет. Поэтому низкая электропроводность, вот самые необходимые удобрения, кальций, магний, микроэлементы. И всего вот вторую неделю вот так мы кормим. Тем более у нас недели почти все пасмурные, здесь земля не высыхает, поэтому и вторая неделя у нас идет такие вот подкормки. Очень малое количество и с низким содержанием удобрений.